Ставь лайк, если будешь скучать по файнесам. Я фифер. Я фифер. Я фифер. Пришло время рассказать о себе. Пусть это будет моя визитка для всех. А нет. Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня я с важными новостями. EA Sports выпустили патч, который обещает пофиксить эти ебучие файнесы. В общем-то говоря, звучит правдоподобно. Итак, список изменений, давайте по фасту пройдемся. Уменьшенный размер зеленой шкалы выбора момента удара. Это, собственно, тай финишинг, и теперь вы не так явно будете попадать в него, как я понял. Теперь при нанесении таких ударов вероятность ошибки будет выше, в результате чего может пострадать точность, скорость и вращение мяча. Теперь при ручном управлении вратари будут сохранять стойку готовности к отражению удара. Ох, спасибо вам огромное. То есть вы понимаете, да? И спорт сами признают, что у них вратари были полными кретинами. Браво ей. Ну и дальше у нас идет режим карьеры, который в принципе мне нахер не интересен. Ну и давайте же сразу ворвемся в дивизионы. Да, вот такая вот команда у меня. Кстати, я собрал Домбеле. Вроде так читается его фамилия. И собрал я только для одной цели, чтобы он стоял на ЛЗ, так как статы вполне подходят. И он меняется с Марселло. Марселло. Ну, в общем-то, ребята полетели. Будем чекать файнес и вообще, как мяч чувствует себя на поле. Охуительно. Пастора выигрывает верху 5. Бля, ебаный 5. Я тебя купил за лям полтора, чтобы ты играл как царь. Пока что ты играешь как бич ебаный. Марселло в одно касание. Ну, почти. Не знаю, ребята, это может самовнушение какое-то, но мне кажется, что игра как-то медленнее стала. Или я долбоёб, или... Ага, вот сейчас был файнес шот в одно касание. Блять, ну что это за удар? Ёбаный Рамос, ну что ты делаешь, блять? Я не знаю, как только что этот милик не забил, но мы немножко отскочили, ладно. И в одно касание. Да блять, что с ударами? Давай, не было офсайда, и чекаем файнес. Файнес! Хорошо. Ну, тут сложно сказать. Файнес у Салаха просто охерительный. Там подкрутка миллион, поэтому... Ладно. Допустим, что тут скилл игрока зарешал. Допустим, вот сейчас зачекаем. Файнес в одно касание, но это правая нога Салаха, блять. Ну, тут, братан, ты сам довыебывался, поэтому... Сорян, 2-0. И файнес в дальний. О, господи, боже мой, Салах, что это за удар? Так. И в одно ка... Что с тобой не так, братан? Не, ну может именно это они и пофиксили, что удары, типа, видите, в одно касание уже не летят. Господи, что за пинг-понг ебаный тут творится? Давайте в одно касание вешаем. Блять, Салах, твою мать, какая хуйня. Да что происходит, господи, игроки какие-то, знаете, деревянные, нерасторопные что ли стали. Возможно, мне кажется, так из-за какой-то задержки или делея, я хуй знает. Но по первому ощущению выглядит так, что они реально какими-то деревянными стали. Ну что ты будешь делать? Как Пасторы быстрее этого ебаного Домбеле, блять, или как этого дебила зовут? Ну это пиздец, блять. Ну что за бред ебаный? Пасторы, блядь, с пейсом 60 обгоняет моего, блядь, нахуй, левого защитника со скоростью 90. Че за хуйня? Так, и Салах в одно касание. Да, ребята, что-то с файнесами в одно касание не точно сделали. Салах в этом матче просто как кусок говна играет. Хоть он и два мяча забил, но его удары в одно касание просто хуйня. Промес. Вот сейчас тоже видели, файнес был в одно касание. Блин, ну, неужели они действительно пофиксили эту херню? Это выглядит так, как будто это из крайности в крайность. Типа сначала... попадало все идеально, сейчас не попадает просто ни хера. Ну, здесь должно быть изи, да. Все, давай, в одно касание. Блять, ну это опять правая нога. Почему постоянно с правой бьет, я не могу понять. Ой, голкипер! Блять! Вроде как отбил и не отбил одновременно. Ну и, в общем-то, отыграв ни много ни мало около 5-6 матчей, могу сказать однозначно, они пофиксили эти гребаные файнесы. Спасибо, EA. Ну и в целом, вместе с файнесами они пофиксили удары. Теперь ХЗ вообще как забивать в этой игре. Создавать моменты стало сложнее, игроки чувствуют себя как куски говна на поле, серьезно. Тот же условный Марселло с дриблингом 90 у меня управлялся как ебаная телега. Они поменяли темп игры, игра стала медленнее, это вот прям чувствуется, хотя, возможно, это всего лишь у меня были... проблемы с коннектом, но я так не думаю. Также, как я успел заметить, стало какое-то неприличное количество штанг и перекладин.
Кстати, вот такой вот забавный момент у меня произошел. Просто удар в одно касание. Салах, правая нога, три звезды. Ну, не знаю. Ладно, спишем это на какой-то дикий рандом. Ну и давайте же, ребята, подведем итоги. Файнесы не крутятся, удары летят тяжелее, появились, как мне показалось, новые анимации у голкиперов, игра в целом стала медленнее, развитие атаки теперь не такое очевидное, как раньше. Ну, в общем-то, будем чекать, какую мету теперь придумают киберспортсмены. Именно от их игры теперь будем отталкиваться и чекать, как играть в эту игру. А если вы уже успели поиграть в обновленную, так скажем, фифку, пишите в комментариях, что думаете, нравится вам новый патч, не нравится. Будет, собственно, интересно почитать. С вами был я, Панда FX. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Пока.